Территория будущего парка имени Владислава Тетюхина возле авиаметаллургического колледжа обновляется с каждым днем. Осваивая четвертый этап, подрядчики перешли на очередной уровень строительных работ. После проливных дождей, как гриб, в будущем парке имени Владислава Тетюхина выросла вот такая декоративная конструкция. Это называется квадросфера. А зонт больше не нужен, ведь здесь можно будет спрятаться от дождя или яркого солнца. По плану проекта благоустройства строителям необходимо выложить 7200 квадратных метров тротуарной плитки. Впоследствии на них нанесут логотип ВСМПО «Ависма». Часть работ 2025 года, связанных с использованием спецтехники, строители выполняют сейчас, чтобы не испортить новое покрытие. Срок окончания текущего этапа благоустройства – 18 августа. Елена Шашкова, Евгений Марычев, новости ВСМПО «Ависма».